Приветствую, друзья и гости канала Серебро Мания. Сегодня вы посмотрите, как мне удалось добыть достаточно интересные и дефицитные купюры. Обязательно посмотрите это видео до конца, я уверен, что будет интересно. И поставьте лайк обязательно, прежде чем мы начнем. Итак, мы начинаем. Теперь посмотрите, что творится. Мы на площади, где будут выдавать купюры, самый центральный банк. Это за полчаса до открытия. Вот такая уже очередь. Смотрите, кто пришел. Куча разных людей. Всем что-то надо. Просто зацените количество и масштаб. Какие-то французы даже стоят. Кто только не стоит. Офигеть, но все повторяется, как прошлые года. Очередь настолько большая, что первая очередь будет 100% 2 часа, а может быть вообще всего одну очередь и получится пройти. Ну, время покажет, посмотрим. Людей на самом деле дофига. Я бы даже сказал больше, чем дофига. Ну, заодно кусочек Праги посмотрите. Вот так вот. В тот раз очередь поворачивала, сейчас очередь ровная. Короче, хорошо бы один набор взять. Желающих реально дофига. Сейчас доходим до угла и, наверное, тут уже будет, уже надеюсь, что мы где-то близко. Все, и тут уже очередь поворачивает. Поворачивает. И чтобы вы понимали, насколько все это востребовано и сколько у нас есть желающих. Да? Я уже 2 минуты иду, а представьте себе, это все теперь стоять. В общем, короче, такое себе предприятие. Я бы даже сказал, что в этот раз очередь больше, чем в прошлый раз. Причем намного. Так что смотрите сами. Видать, людей безработных много. А желающих обменять купюры очень немало. Так что идем дальше. Ёпарсеты. Они все стоят до конца улицы. То есть это... Ну, в общем, вот такая вот очередь. Вот такая вот длинная. Просто жесть. Ну, надеюсь, будет быстрее, чем в прошлые разы, иначе это 3 часа стоять, это такой чистый минимум, я так понимаю.
Все, мы под конец очереди, кажется, попали уже. Надеюсь, что так оно и есть. Ну, блин, такие бедные бабушки стоят. Бедные тетечки. Такое тут творится, конечно, жесть. Ага, очередь уже поворачивает, еще за углом. Это просто жесть. Ага, в этот раз очередь просто сумасшедшая. Ну так, что поделаешь, будем стоять. Ну так, можно сказать, что это все любители халявы, потому что это бесплатные деньги, купюры, понятно, что будут дорогие, понятно, что будут стоить немало. Вот. И в этот раз, я думаю, цены низкими не будут. Ну, тут полиция типа охраняет нас, бережет. Ну, заодно посмотрите на верховые ворота. И вот такая вот у нас очередь. 6 минут быстрым шагом, ребят. И это я еще не в конце. Ну вот уже скоро вроде бы конец. Надеюсь, что так, иначе это просто жесть. Просто жесть. Все, обошли весь банк вокруг. А банк у нас огромный. И вот эта очередь начинается тут. Где-то. Очередь была огромная, так как среди нас был компьютерщик. Он с несложными вычислениями по Google Map быстренько рассчитал длину очереди. Теоретически, ну, плюс-минус, наверное, какие-то 100-200 метров. Сама очередь была длиной 300-500 метров. То есть почти 1,5 километра живой очереди людей, которые хотели обменять вот такие вот купюры. Следующая подробность, которую мы узнали уже на следующий день. Первые люди, которые стояли первые в очереди, занимали ее с 12 часов ночи. Чтобы вы понимали, банк открывался в 7 утра. Еще одна подробность. В первый день те, кто пришли на час позже после открытия банка, банк открывался в 7:30, ничего не получили. Первый день мне удалось, мне и супруге, мы вдвоем, как бы она ко мне подошла, и мы вместе прошли, удалось взять всего 10 купюр. Два набора выдавали по 5 купюр в одни руки на обмен. Мне удалось с супругой обменять 2 набора. Второй день я был более подготовленный, я уже нанял людей, которые стояли в разных концах очереди. Мы менялись, в общем, технологии и схемы помогли мне, и теперь у меня достаточно много конвертов, в которых у нас находятся купюры. Вот это конверты, в которых выдавали купюры, тут примерно 10-12 конвертов примерно. И теперь интересные подробности. Вот посмотрите на вот эти два конверта, почему я их вытащил, я сейчас расскажу. Ну, вот этот конверт для примера. Смотрите, какие красивые цифры. И все это попалось в этом одном конверте. Я предполагаю, что кто-то из сотрудников банка себе отобрал этот конверт, отобрал красивые банкноты, а потом перепутал или смешал с остальными, уже не смог найти, и так уже осталось. И вот мне повезло, вот такие красивые банкноты попались в одном конверте. А второй конверт с очень редкими цифрами попался, но, как вы видите, здесь всего 3 купюры. Попался не мне, а человеку, который для меня стоял, и по договоренности мы делили банкноты, которые попадались внутри. Вот я ему отдал 2 тоже очень классные банкноты. Вы можете посмотреть. Это первая серия, самое начало. И вот у нас есть 13-я купюра, которая напечаталась, 13-я. И
15-я купюра, которая напечаталась 15-й. Самый близкий к этой распечатке серии банкноты. И вот еще одна купюра банкнота. Тоже первая серия, 133. Я считаю, это тоже очень классные и выгодные банкноты. Предложение продать такие банкноты я, когда выложил, уже поступало. Я решил не торопиться и поставил сразу высокую цену. Одна такая банкнота 400 евро. Предложение примерно 170-200 евро уже поступали на покупку одной такой банкноты. Ну, чтобы было понятно, что это действительно ценно, я поэтому сразу обрисовываю. Остальные, скорее всего, не сильно какие-то красивые банкноты. Сейчас мы вытащим, я покажу. Но общий смысл, они бывают и классные. Вот, допустим, смотрите, какая 96-я серия, 27 посередине, по краям нули. Попадается красивые, но вот это, допустим, уже некрасивая. Еще попалась серия банкнот. Сейчас давайте переверну, вы посмотрите с этой стороны, а то все время одна и та же сторона у вас на экране. Попадалась серия, после R была серия M. Уже везде окрестили серию M как серия нечастых банкнот. И там всего ничего начеканили, напечатали этих банкнот. Поэтому серия получается М реже намного. Самая распространенная и основная серия с буквой R. Еще раз покажу вам. Вот серия R96. Вот в данном случае у нас на экране 0.26.98. Серия R. Только один конверт мне попался с серии M, которая реже встречается, ну и, соответственно, которая, скорее всего, будет дороже. Сейчас жуткий ажиотаж по Чехии. Мне все мои наборы сразу готовы были забрать уже с хорошей ценой, но я не тороплюсь продавать. Один набор 5 купюр я продал сразу, относительно недорого. Все остальное, скорее всего, будет средняя розница или опт, но не дешевый. То есть, поэтому я надеюсь, что я заработаю, что я не зря 2 дня стоял, терял время, силы. И, как вы видите, сложность получения, как вы видели, достаточно высокая. И, соответственно, цены на эти банкноты, купюры будут не низкие. Сами банкноты, купюры очень классные. Сейчас вы увидите, как в ультрафиолете они должны выглядеть. К сожалению, свой ультрафиолет я найти не смог, уже заказал по интернету на AliExpress фонарики для ультрафиолета. Но пока его нет, поверьте мне на слово, это должно смотреться очень круто и очень красиво. Банкноты, купюры, я думаю, что вам понравились. Надеюсь, и обзор, и интересное повествование, как я добывал такие банкноты и купюры, вам тоже понравилось. Я думал вначале, что это будут халявные простые деньги, но оказалось, для того, чтобы набрать вот такой вот набор купюр, пришлось изрядно попотеть, заплатить людям и так далее. То есть меняли эти банкноты один к одному. Даешь простую банкноту, тебе взамен дают юбилейную, но не больше 5 в одни руки, и, соответственно, достаточно сложно было отстоять самому, допустим, очереди и набрать таких купюр в каком-нибудь серьезном количестве. Так как это происходит с этими банкнотами и купюрами не часто, раз в 2-3 года, соответственно, спрос на них дикий и высокий. Все знают, что они потом очень сильно поднимаются в цене. Поэтому я рекомендую на старте, сейчас, как только появились, искать где-то покупать. Можете запросить у меня, я могу продать. По крайней мере, это будет дешевле, чем если искать где-то за рубежом, насколько я понимаю. Надеюсь, обзор и повествование, как добывал я банкноты или купюры, вам понравился. Ставьте лайки, оставляйте сообщения. И такой момент. Не забывайте, мы скоро разыграем монеты из лота, который я купил, 3 килограмма 700 грамм, ассорти старинных монет. Те монеты в следующем видео мы, скорее всего, разыграем. Я, как и обещал, если видео наберет 150 лайков в течение
суток, значит, я монеты разыграю. Видео набрало 150 лайков в течение где-то 14-15 часов, что хороший результат, и, соответственно, я сдержу свое обещание. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебро Мания.